Ну что ты? Просыпайся. Вот видим, кто пришел. Учитель. Я же этот самый возьму. Шприц возьму. Молодец. Молодец, молодец. Ну, держи, молодец. Держи. Ну что, совсем так. Лена. Молодец. Ты кажешь? Молодец, он что-нибудь. Прошло 2 часа. Мальчик наш, как я выяснил, он опять писает, стоит. Ага. Значит, организм заработал. Скушал мальчик у нас 200 грамм воды, точнее молока коровьего. Оклемался, хвостиком начал вилять. И вот теперь стоит мне опять, как тут Ольга Сергеевна написала. Гадит, сволочь. Ну что, переживем. Главное, чтобы оклемался, да на ноги встал. Как же тебя назвать-то, сволочь? Засанец. Засанец. Засанчик. Как тебя назвать? Хвост вилявый. Хвостик. И завилял. Ожил. Смотри, как ожил. Как его назовем? Ваше предложение. Так, и повесим ему бирку. Так, ты куда, телефон? Я не могу. Почапал, почапал куда? Не обследование. Это какой-то закон странный. Мальчику уже целый день. Ну, вчера вечером разродился. Барсик. Барсик. Барсик или нет? Ну, не заносится такой. Фью. Ну, в общем, вот так вот. Греем молоко. Дезинфицируем бутылку, стерилизуем при помощи чайника. Вот такая наша Made in Russia пробка. Сейчас пойдем кормить дальше маленького бычка. Минут 5 искал по дому, забился вон в тот дальний ящик, еле нашел его, как кот чеширский. Да, Бяш? Будем кушать. Thank you.
покой уже упертый. Ну ты молодец, мой мальчик. Вот я как со всего. Я 150 грамм воды. Молодец. Ну хорош. Ляжь. Давай, ты молодец. Разошелся мой мальчик. Хороший такой. Ну все, отогрелся. Давай, иди спи. Все. Все. Ну вот. Еще 150 грамм молока вылокал. Следующая кормежка через час. Леша. Пойдем кушать. Жрать пойдем. Да свитер ты мой уже весь съел. Пойдем. А ты, вот ты какой. Ты мой хороший, очнулся вообще. Пошел, смотри, как фигачит. Давай, жри. Отошел, смотри. Язык вытащил, смотри, как. Хорошо, что никто не видит. Да. Ну завтра. Тихо, я тебе большую сделаю. Соску придется менять. Все? Еще будешь? Дурик. Бутылка не имею. Пиво жигулевское. Тише ты. Тише ты. Дурик. Ты мой зайчик. Хуже, да. Не торопись. Завтра к мамке пойдешь. А мамка молодая, похоже, поэтому у нее это самое, она не знает, что с ним делать. Молодка. Боря. Так уже сотку выжил. Значит, уже 150 сосал. Ну, все? Осилишь, нет? Давай, давай. Последние граммули. Чему хороший? Молодец. Чего? Заваливается уже все. Все, вот только не дам. Все. Давай. Мамка придешь, скажешь, мамка, все, без пленки не ем. Сухой. И не мамка, не сапак. Роги, роги, смотри, какие лезут роги. Да? Пугал меня, напугал меня. Он все уже головку закинул. Ручкой, ножкой не повышит, Кузьма. Иди. Боря, фас его. Фас. Сделал свою корону. Бе-е-е.